В ночь 6 на 7 января в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радости собрались десногорцы для встречи светлого праздника. В соборе убранство согласно событию – еловые ветви в соседстве с белыми цветами. Эти символы олицетворяют вечную жизнь и чистые помыслы. Такие атрибуты праздника украшают кафедральные соборы и церкви небольших приходов по всему миру. В центре каждого храма расположена икона с библейским сюжетом о появлении на свет Спасителя. Также установлен вертеп – символ пещеры, где в яслях лежал новорожденный Иисус. И священники в рождественскую ночь облачены в золотые одежды. Атмосферу праздника создают особые песнопения, которые звучат только на Рождество. В храме зачитали и рождественское обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поделимся нашей радостью о воплотившемся Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятельствах. Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера. Для каждого из прихожан Рождество – это особый праздник. На службу приходят целыми семьями, чтобы разделить ощущение чуда с самыми близкими. Юные прихожане также получили вкусные рождественские подарки. Для всех верующих Рождество ассоциируется с самыми заветными ожиданиями и чаяниями. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.